Всем привет на 80-м стриме. И как я и обещал, не обещал, но в общем провожу второй сегодня стрим. Это Тоху 9.5. Привет, мистер Новомнение. Да, наконец-то ты попал на Тоху. Привет, Тор, привет, Кэтфет. Посмотрим, что это за игра. Должна быть какая-то необычная. Ну. Судя по заставке. А, сейчас я включу. Да, вижу, что она не включилась. Судя по заставке, она уже необычная. Так, что там со звуком? Вроде нормально, да? Почему-то здесь кнопки странные. Фото батон, фокус батон и cancel батон. Странно. Я геймплея не видел никогда. Ну, в принципе, называется на Shoot the Bullet. Типа выстрели пулю. Ну, выстрелим пулю. Так, левел 1. Swarm of Bright Bugs. Три фото требуется. Что-то странная какая система. Сцена 1, сцена 2. Ну, начнем, конечно, с первой, хотя вот с того уже система уровней другая. Второй уровень тут нужно убирать. С котиком в руках и крыльями? Не, я не знаю. А, вон. А, я Шимаймару. Так, ладно. Поехали. Так. А как стрелять? Я не понял. Что за прикол? А стрелять-то как? Честно, я пока не могу понять вообще, что происходит. Что прикол-то был? Босса фотографирую. Каким образом? Привет, Лимде. Так, фотографировать надо. Направлять с ним. Тоже стримишь? Чё, Тоху стримишь? Я бы зашел, посмотрел. Так, Ретри. Так, посмотрим, каким образом мы можем направлять этот снимок. Это абсолютно не ясно. Фейрит все равно написано. Я не понимаю, как сделать фотографию. Одновременно зажать Shift и Z, то включится суперфокус. Так и чё, она все равно не фотографирует. Я не понимаю, вот я нажимаю Z, Z. Я когда можно фотку-то сделать? А, там типа надо, чтобы она перезарядилась, что ли? А почему фейлит все равно? Потом. Воу, а чё же мне не сказали, что я надпись не убрал? Ну я-то не вижу программу, у меня-то она закрывает игра и... Ладно, убрал и убрал. Так, отпусти кнопку, потом нажми, когда она будет на боссе. А, так вот.
Нет, она нас моментально делает снимок. Странно, не хочет сразу. Не, Фейли пишет так и так. Странно. Когда понимаете, здесь жизни нет как таковых. Надо все с первого раза делать. Ясно. Надо отпустить кнопку, а не держать ее до победного. Причем победного-то и не будет. Если не держать постоянно. Всё? Так, next scene. Да. Интересная игра. А тут микрить нельзя, что ли? А, не, можно микрить. А суперфокус это чё? Так. Не, промазал. Шифт и стрельбу. Ну да. Только тогда фотку я теряю. Да как мне подловить-то момент, когда нужно фоткать? Да, действительно, надо привыкнуть. Ну, не знаю, пока зажимает очень сильно, вообще очень тяжело. Так я чё, пулю убиваю фоткой? Что я не понял? Странно, странно, странно. Тут всё странное. Да куда ж мне деться-то? Ну пока наберется, тут еще накидает. Ну да, как тогда? Ну мне от этого как-то не легче, она все равно не успевает набраться.
Ее все равно не успевает набраться, и я не могу сфоткать босса. Листья клёна держит? Ну, не знаю, у меня маленькая кошечка, я в нем ничего не вижу, если честно. Раз, фотка. А, я думал, зарядилась уже. Два фотка. О, в смысле, нет, это опять раз. Так, еще одна. А. Ты не используешь shift. Не особо помогает, если честно. Ну как бы, в смысле нет, ну как бы он-то включается, но просто я без этого как бы могу двигаться. А нету смысла эти пульки взрывать вообще никакого. Ну фоткой. Ой, другая атака, что ли, пошла? А, нет, такая же. Ну чё, всё. Фух, еле-еле. Постоянно в суперфокусе сидеть? Кроме некоторых особо трудных карт. Ясно. Ну, я не знаю, пока посмотрим, как получится. О боже, что это? Как это вообще уворачиваться? Ну посмотрим. Тяжело ворачиваться от этого. Ну я понял, она быстрее заряжает. Идеальная фотка получилась. Эх ты ж. О, ей уже 3 недостаточно. Алло. Да что ж такое-то? Передержал. О, прям в пульку. Ну, уже тут сложно довольно уровень идет. Не так-то просто от этого всего ворачиваться. Еще и набирает заряд. Да что ж такое?
Так, две фотки есть. Три фотки есть. Сколько, четыре ей надо, что ли? Нет, четыре мало. Все, пять. Следующая сцена. Ой, что-то я не то нажал. Не считалось. А где босс-то, я даже не вижу, что это. У кого фоткать-то? А, она исчезает? Нет подставы вообще. Ну я же, ты имеешь в виду типа из предыдущих частей? Ну они же типа не умирают. Как бы они просто побежденные. А, да не знаю. Я вообще не знаю смысла этой игры, вот именно этой части. Наконец. Да нет, не засчиталось. Точно. Есть. Не любит что-то нафоткаться. А. Время сейчас закончится. Да, времени-то мало дает уже. Игра запоминает, какие сцены ты прошла, так что за что просто можно сказать. А, ну это как бы логично, если честно. Если бы этого не было, это было бы досадно. Как-то легко она отдалась сфоткаться. Легко запорола. Раз. Сколько ей фоток? Тоже пять, наверное, надо. Неудачный кадр. Так. Одна есть. Что слева кленовый листик? В руке ли кленовый листик где? А, в руке? Ну у нее, ну да, там что-то есть. Два. Ну я в левой части экрана особо не смотрю, если честно. А, понятно. Набрали. Две фотки есть. Хотя за кого мы играем? Не за Рейму. Вообще сюжета даже не было никакого.
Ох ты ж. Мистер Новомнение, ну ты же вроде бы видел мои стримы по Тоху. Я хоть в одной Тоху не грабил? И меня хоть в одной Тоху не омнили? Так что, как бы, удивление немного не к месту, если честно. Насчет научиться я тоже обещание бы не стал давать. Ну да, а так вообще, если про скилл нужен, вон Лимде сообщает, что он стал стримером на СК2ТВ. А значит, все вперед смотреть на протоху. А, она решила опубликовать фотографии, а они не хотят, да? Да, атаки все жестче и жестче становятся. А, вижу листки там, надо 5 штук, да, походу. Мимо. Так, 2 есть. Три есть. О, зачем? Я думал, она слева облетит. Второе место на западе по очкам 9-й части. Ого, да ладно, лол. Not bad. Мимо. Без бомб-то тяжело играть. Так, 2. Три. А, жесть, слишком много всего. 4. Ну, видно, и что.
могу подойти ближе. Так, одна. Две. И все. Потом быстро сделал. И быстро сделал. А, там наверху, кстати, написано, сколько фоток надо, лол. Там прям цифрами написано. Я только сейчас обратил, что наверху вообще есть какие-то надписи. Раньше, чем в чате, значит чат ключ. Да. Раз, фотка. Надо первую сразу делать. Да что ж такое-то? А, кстати, я помню вот это вот с усиками, она это... Это из 9-й Тофу, первый босс вроде бы. Я имею в виду с усиками на голове. Восьмой раз. За последнюю шкотку, ну. Тянутся включить игру и само пройти. Привет, White Tiger. На первом уровне два персонажа, первый, шестой, восьмой части. Так, следующая сцена. 1.6. Опять она? Да это печалька. Да непонятно, как здесь вообще можно увернуться. Последняя сцена первого уровня? Всего три уровня, я так понял. Тут бесконечное продолжение, по крайней мере. Ну вообще тут, в принципе, жизнь. Просто как бы одна попытка, одна жизнь как бы на уровень. Это было потрачено, да. 11 уровней, да, да то что? Я же не пройду это за один стрим.
3 месяца. Понятно, я надолго здесь застрял, оказывается. А я думал, так по бырам еще пройду и все. Ну, я тем более краб, ты-то нормально, ты про там игрок, а я вообще краб еще. Они на меня наводятся? Да ладно. А правая кнопка что значит? Пойму, что делает правая кнопка. Включает какую-то эту снежинку, непонятно для чего это надо. Не, что-то не получается по твоей тактике, если честно. Так, одна фотка. Стоять на месте? Ну хорошо, стою на месте, и что? Да она же убьет меня сейчас, эта пулька, если я буду на месте стоять. Ну так и что, а как я не могу же всегда стоять на месте, в любом случае надо отсюда выйти, иначе никак. Я медленнее не могу двигаться, я и так очень коротко нажимаю на кнопку на стрелочку. Не, в любом случае надо выходить отсюда. Надо же фотку как-то сделать. Одну взял. Нет, не получилось. Фокус. Да не, надо. Я же не хочу стрелять отсюда снизу. Ну не стрелять, не сфоткать. Так я не могу с шифтом фоткать. Я не могу с шифтом фоткать. Вот, нажимаешь эту кнопку, вот она не сфоткала. Так что нет, шифт не вариант. А, она еще не накопилась, ну. А, мне опять не вышло. Отпускать, когда фоткаешь? Не, ну это уже сложно слишком. Попробую. То есть мне надо постоянно кнопки менять. Я же не про игрок.
О, что-то новое полетело, но это вообще теперь как размиксить-то. Непонятно. А, так у меня же не накопилось там нифига. Ой, все? Фу, повезло. А почему нельзя на XCN нажать? Супершифт, те камера быстрее заряжается. А что такое супершифт? Что-то можно выйти издалека? Не, издалека я не могу наводить, я пробовал. Так, я могу нажать только ретро, return to select и save replay. Походу, не знаю, типа я плохо сделал, да, меня не пускают дальше или что? А, return? А, это мои фотки? Так, ну что, второй уровень? Ну давай, второй уровень. Ну, очень хардкорный первый уровень попался. Усложнили мне жизнь. А куда-то микрит-то я вообще не понятия. Понятно. Это одна из хардкорных топов, походу. Здесь я на втором уровне уже еле-еле. Да не могу я так далеко камеру наводить, я тебе еще раз говорю. Видишь, не получается. Зло.
пока больше 4 не получалось. Она выпустит еще раз. Еще кучу раз успеет выпустить. Я-то умираю не от тех пуль, которые она выпускает после снимка. Я умираю от тех пуль, которые уже летят в меня. Получается делать, как ты говоришь. Я понял, что такое суперфокус. Но включать его редко получается. Почему хайскор 0 и скор 0? Что, на каждом уровне отдельно, что ли? Не, ну как бы говорить-то легко, да, но сыграть так тяжело. А, так ты-то её, ты-то про, чё ты сравниваешь-то? Я же имею в виду себя, я по себе, естественно, я говорю так по себя. Вот там какой-нибудь ЛМД, да, вообще скажет то, что любая тофу это просто изи вообще на лунатике. Ну, как бы, это не значит, что для меня она тоже будет изи, даже на нормале. Пока больше двух снимков не получалось сделать.
Сразу после полной зарядки? Не, не катит, я же не попаду. Ну, не, ну вначале-то да, а вот потом... А, нет, видишь, не попал. Вначале-то куда-то попал. А, ну видишь, не, это фейл, это плохой совет. Не попал. Не попал. Опять не попал. 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 Меня попали. Меня попали. Не, это явно плохо закончится. Постоянно портить. Я просто на некоторых пуль не успеваю уйти. Ого, а чё так улетел? Я не знаю, как зовут, хотя что-то знакомое. То из шестой, по-моему, части босс, что ли? Почему это был фейл? Что значит, если босс рядом, можешь сразу сжать? Не засчиталось. Опять не зачиталось. Почему, я не понял. И опять. А она что-то не хочет фоткаться. Она невидима для фотки. Раньше вроде фотографировалась. Странно. Пленка что ли закончилась? Или память? Кнопку не отпускаю. А, ну может быть. Просто сказал фоткать сразу, и я что-то это... Ну, в смысле, ну, короче, ты сказал постоянно не отпускать кнопку, и я что-то ей не отпускаю. Ну, типа, фоткать как только наполнится. Thank you.
еле забит там. Одну все-таки сделал. Ну, две сделал, нормально. Три фотки, вроде рекорд. А, я забыл это пустить. Это я забыл. Да не, ну это я не понимаю, как можно фоткать, когда у меня столько летит? А ты говоришь отпускать сразу. Да я бы сейчас отпустил, я бы так же самое бы слился бы. Но я вот как бы не отпустил, я все равно слился, но отпустил бы, тем более бы слился. Каким образом очищать экран? У меня нет такой функции. Ну, очистил. Сильно мне это помогло. По-моему, не сильно. Второй фазе, то есть после, то есть на втором снимке. Не сейчас, а на второй фазе. Ну вот сейчас вторая фаза уже была. Так, вторая фаза. Очистил экран. Попал. Очистил еще. Да, по-моему, это вообще абсолютно бессмысленно. Все равно он успевает выпустить, пока я заряжу. Столько же заполнить экран, точно так же. Да, вообще смысла не вижу абсолютно никакого.
Ну вот я уже до какой-то третьей фазы дошел. Точнее, даже до четвертой, по сути. Да. Пробить босса, забрать как можно больше пуль. Не знаю. Пытаюсь. Что-то не получается. Паттерн усложняется. Тут изначально сложно. Да лол, я не понимаю, как там вообще... Как быть-то? Не, когда она до четвертой фазы доходит, то уже вообще невозможно. Либо ты очищаешь экран, либо фоткаешь ее, но тогда сам погибаешь. И выбор только либо то, либо то. Да нет, как? Это невозможно, как ты пишешь. Там же оно все в кучу летит. Прям это куча на меня прилетела, там разлетит не так было. На сцене второго, на первой сцене второго уровня уже говорю про тактику, на последней сцене седьмого уровня. Ну видишь, значит ты что, получается сбиваешь, что ли? У меня не получается, видишь, потому что тактика не подходящая для этого уровня. Первую фотку вроде бы быстро можно сделать, но и под пули сразу попадаешь. Надо же, но это мне ничего не дает. Да.
такой звук. Ну, хорошо, сейчас я слышал звук и нажал фото, и что? Вот, слышу звук и нажал фото. Так оно все равно будет себя будет фотографировать. А, ну так ты написал, не совсем, вообще нет. Так я босса-то пытаюсь фотографировать, только это не получается. Я все время пытаюсь босса фотографировать, как бы вообще-то. На протяжении всей игры. В общем, я так понял, не целочисленные части толку, это усложненные крайние игры. Ну, с немного причем другим геймплеем, либо сильно другим. То, что я 7.5 не прошел, что это чувствую надолго. Что такое? Как делаю первую фотку, сразу убивает. Часто такое явление. Надо тут нажимать этот потом Super Shift. Ну, по крайней мере, первую фотку нормально сделал. Две сделал. О, нет, это перебор. Привет, GoGBSTE. Шутер крайне сложный, просто вообще сложнее, чем, по-моему, все предыдущие тохи. Потому что здесь нужно не тут это не шутер, это симулятор фотографа в дамагу стиле. Просто безумие какое-то просто происходит, нереальное. Это для азиатских игроков явно. Ну вообще все тохи для азиатских, но... Это вообще... Нормальному игроку здесь нечего делать просто. Thank you.
Это вот я дошел до второго уровня. Еле-еле. И вот первую же сцену этого второго уровня не могу пройти. Два или три уровня прошел тут, но это круто, это... Я пока один прошел. А, еще бы одну фотку сделать. А, так. Три месяца на одну сцену, значит, я не пройду эту игру. Скорее всего. Ну, то есть, просто останется в списке непройденных игр, у меня как и 7,5 толку. Но я думаю, что это 9 уровня не дойду. Какая разница, но она же есть. Для меня вот это отвратительно. Ну, то есть сложно очень. Ну я понял, то есть дальше там будет наркомания вообще жестокая, да? Да, четко в меня. Не надо, скрин мне. Скрин, это же спойлер. Так. И вот она, эта фаза. А, как там вообще было уйти? Не вышла фотка. Без
понятиями, которые разлились. Опять одна фотка осталась. Ну есть же, ух. Тор Тоху очень сложная. Даешь, короче, челлендж, Тор, кто из нас дальше пройдет? Ну хотя не, какой челлендж ты дальше пройдешь? Я до второго уровня вот еле дошел, вообще еле-еле просто. Так, следующая сцена. Без челленджа все, ну давай. Босс первого уровня 7 части. Хорошо. Фоткаем ее. Мимо, да? Ой, что я сделал? А что, туман спамнит пульки? Интересно. Ну это что-то простая какая-то. Японцы, да, они такие японцы. Сейчас будет весело, да мне уже давно весело. Так это же не 9 уровень, что будет весело. Немножко с клавишами попутал. Ну и пусть усложняется, мне то что. Все равно не этот, так другой уровень для меня станет последним. Я уже понял, что я игру не пройду всю, ну, по крайней мере, за стрим. Поэтому осталось только узнать, какой же уровень для меня станет крайним. Усложнилось? А, зачем?
Да, опять что-то с кнопками подключил. Не получился снимок. Да, что ж я делаю, но кнопки не те. Да, Торо, это вообще очень веселая игра. Вот как хочешь. Вообще непонятно. Какой-то волшебный Тор, тут вообще вся другая система. Здесь трипл шифт. Да. А. Потому что тут надо другие кнопки нажимать, но он не юзается здесь, не получается. Пека больше, чем остальные смайлы. Ну, большая пека. Жирная. В самый раз. Да далеко слишком. Идеальный ход. Thank you.
Ну, как бы, нет, Афеда там где сложно. Просто я выйду, когда я собираюсь сфотографировать. Поэтому я выйду, когда мало пуль, потому что я пытаюсь сфотографировать, когда мало пуль. Да, что такое? Чатик зачитался. Ну, потому что я палец переставляю на другую кнопку. Не знаю. Печалька, это игра вообще. Мозг выносит. Вот эта фотка самая сложная. Есть. На руке 5 пальцев? А, ну да, я вообще-то разными пальцами нажимаю на Shift и на Z. Так, следующая сцена. 2-4. Четыре фотки надо. Слишком ли много тут всего? Какая-то она обалдевшая. Какие туманы? Это просто графика или нет? Я без понятия. Она в тумане сама летает. Что такое фамильяра? Это туман, да? Фотографирую, и они исчезнут? Что, они тоже боятся фотографироваться? Они не убиваются, ты видишь? Они тут не убиваются. Лишь на секунду исчезают и все. Но это, естественно, вообще ничего мне не дает. Никакого преимущества.
так пуль меньше становится, потому что я пулю сами фотографирую, разве нет? Ну это жесть какая-то. Скоро просто тупо стену пустят на меня плотно и все, и так и будет проще. Нет, да ты чё, какая передышка? Туман набирается на одну секунду. Следующая перезарядка у меня будет еще там через... Сколько там? Секунд 10 он заряжается. Я лучше на босса это потрачу, либо на пули хотя бы. Но на пули тоже нет смысла, потому что они очень быстро тут появляются. Это все равно, что с гранаты это, гасить пули пулемета. Типа отрывы же они разлетятся. Только б граната покинешь. Так я убираю и так, и босса, и туманы. Я же на босса навожусь, а туманы возле босса. Они убираются. Странно, это был успешный снимок. Где было свободно? Нигде не свободно. Свободу слова зажимают, свободу фотографии. О, а, это был четвертый уже снимок. Да, удаляй. А, вокруг летает. Так легко, как кажется. Гибостье, это навсегда. Ну, в смысле, я же говорю, я же... Если 10 уровней, это не будет пройдено сегодня.
ей надо аж 5 фотографий. Какой дальше третьего уровня? Это второй уровень. Я об нее погибаю. Я не понимаю, обо что я погибаю, если честно, вообще. Тупость какая-то. Там нет ничего. Ну нет, сейчас, да, сейчас есть. Я не могу медленнее летать. К сожалению, не предусмотрено так регулировка скорости больше, чем 3 ступени. В смысле, я могу медленнее, но вот, вот только вот в такой степени. Но это же слишком медленно. Боюсь, что слишком медленно. Нет, там видишь, там слишком удаляет сразу. Слишком там печально много всего летит, так что там не размикает никак. Я вообще не видел, куда она телепортнулась-то. Она ко мне подлетает и убивает. Зачем? Не, ну это пипец.
2-6. Что это? Шарик тоже убивает, что ли? Там размикрит-то. Здесь прилетит выжить, по-моему. Что ты сделал здесь, пока что нереально. Смысл я понял. Так все понятно. А, ошибки, это ошибки. На стриме можно. Откуда они появляются? Я их что-то не вижу, откуда они появляются, поэтому они меня из-под тяжка достают через час. Да откуда они появляются? Как ты догадаешься, что он прям не появится прям подо мной? Сделал фото. А сколько надо фото? Да ладно, 5. Ну это кошмар. Слишком много, их слишком много просто.
фотографии ради босса, когда начинает появляться жюри. Ну и чё, я только пузыри сфоткал. Ну один, в принципе, вот да, уничтожил. А, но фотка-то и не получилась. Ну да, то есть либо пузыри, либо босса. И то это нельзя вместе, походу. А, нет, хотя вроде вот можно. Две фотки получается иногда сделать изредка. Да, вот опять две. Это рекорд. Чё не дождался пузырей, ну ладно. Чё-то не зажали. Да зрителей-то нету. Пару человек смотрит. Так что это ты тут фанат Тохо, так скажем, один из немногих. Многие просто не там, ну несколько там человек сидят. В основном кто Тохо особенно смотрит. Немногие эту игру все-таки любят. Особенно на кратко смотреть тоже не особо удовольствие. Ну что я сделал? Да что это, ну... Не, ну в принципе интересно, я так скажу. Интересно. Ну сложно очень.
Ну вот, файтинг мне был не интересен, да, мы его быстро закончили. А здесь я играю, потому что интересно. Ну, не знаю. Насчет на крафта приятнее смотреть, ну... Мне-то, в принципе, это плюс. В чатике пообщаться всегда приятно. К тому же ты подсказываешь еще. Да что же такое, ну... Я все время фоткаю себя. Две фотки есть. А, нет, вот только сейчас две фотки, да ладно. А чё так мало? Ой, я с шифтом нажал. Хотя мозги нужны, это радует. Ну да, привет, Муджерико. Мозги, да. Ну тут даже... Как бы мозги это одно, а вот реакция и как бы... Не тупить, это вот совсем другое. Чаще стреляет, начинает. Вот их снова. А, я понял, все, я понял наше сравнение. То есть ты смотришь там мои стримы и думаешь, ой, как же я офигенно играю, да? Да, такое тоже есть. Явление. Так уже не первый раз один снимок остался. Или первый. Вроде не первый. Там пулька была. Да, один понятие растяжимое. Ну, два снимка осталось. И чё? Ну вот опять один остался. И чё? О, ещё и фейлит. Ну, в принципе, главное, что уничтожил эти штуки, так что... Это было.
агентство, благотворительная организация, помощь только нуждающим. Удачно. Косяк. Ой, косяк. Да. Пузыри направлены на персонажа. Вот это сюрприз. Не ждал такого поворота. Все, второй уровень пройден. Третий уровень. Ну что, третий уровень начнем? Или уже на следующий раз? В принципе, 2 часа только стримлю. Уже 4-й, 5-й, 6-й открылся. Ну, ладно, время на 21:48. Можно попробовать еще 3-й, наверное, уровень. Ну, чувствую, тут сейчас, наверное... Ой, я помню вот эти стрелочки. Они такие кошмарные, вот в той точке, где они встречались. Да как от них отвернуться-то, увернуться? Там от стрелочек невозможно увернуться, там нету прохода. Заметил, что музыка изменилась. Но еще бы в токе не менялась музыка на другом уровне, такого не было. Ой. Это я только одну фотку сделал. Да. Не, походу я на 3-м уровне застрял. Доги быстрее, ты до этого доходил или дальше? Thank you.
Почему одна фотка, я же две сделал? Или там не досчитался, я просто не вижу. Ясно. То есть я уже дальше дошел? Выдержал тут перекрыли. Ну я на стрим, мне приходится выдерживать. Тут 5 фоток надо сделать, это невероятно. Особенно если еще промахиваться. Хоть и фотка неудачная, но в принципе она хотя бы спасла меня. Правда, не знаю, есть ли в этом какой-то смысл. Нет никакого смысла. Первую-то надо фотку по-любому делать. Больше двух фоток пока не получалось. Thank you.
Фотка неудачная вышла. Да, что ж ты, ну... Ну, знаете ли, это перебор. Нет, это перебор. Да ну, все. Все. Хорош. Я не знаю, как там ориентироваться вообще абсолютно. Да, все, наигрался. Не, серьезно. Это что-то с чем-то. Да, тебе все нормально, я понимаю, это изич там и так далее, но не. Тут же можно потом продолжить, я так понимаю. Да, вот это quit and return to select, и потом я смогу продолжить с этого же уровня, да? Ну все тогда, не, ну хватит реально, что-то мне мозг это уже вынесло. Вот, так что все, на этом стрим заканчивается. Вопросы, пожелания, предложения, жалобы можно писать в чат. Всем спасибо, что смотрели, помогали, всем пока.